тот человек, который тебя очень недостает. Вот это и есть вторая половинка. Это то, чего тебе не хватает. Он тебя как-то дополняет. Он тебя достраивает. Он тебя выстраивает. Он тебя поражает. Он тебя как бы все время успевает удивить. То есть, например, я узнавал Ларису, сколько она сидела в моем классе, играла на фортепиано, как концертмейстер. Она у меня узнавала, поскольку я был педагогом, с которым она работала. Потом мы стали вместе играть. Я слышал, как она играет на концертах, она слышала, как я играю на концертах. Потом мы вместе стали играть. И вот когда мы стали вместе играть, нам стало понятно, что мы нужны друг другу, потому что мы одинаково чувствуем. Наверное, вот это было первым импульсом, совместное музицирование. Я думаю, так. Ну а дальше, я честно скажу, вот ее сейчас здесь нет. Чем больше я ее узнаю, тем больше я в нее влюбляюсь. Это процесс, я думаю, что бесконечный.